Сквер у образовательно-досугового центра «Октябрь» пестрит от формы различных районных спортивных клубов и детско-юношеских спортшкол. Эти мальчишки и девчонки ковали победу в сезоне 2015-2016 на льду и в зале. Девушки и хоккей – такое сочетание тоже возможно. Екатерина Конищева из «Ходьковской энергии» любит коньки и скорость. И совсем не жалеет, что ее выбор пал не на фигурное катание, а на хоккей. Ее команда выиграла в первенстве Сергиево-Посадского района. Сначала меня родители хотели отвезти на танцы, но потом я по пути старшего брата, он у меня сейчас вратарем играет, я стояла в уголке и выполняла то, что делали они. От имени главы Сергиево-Посадского района Сергея Пахомова спортсменов и их наставников поприветствовал начальник отдела спорта и молодежи Управления развития отраслей социальной сферы районной администрации Игорь Коробкин. Хотел бы пожелать спортсменам, их наставникам, вашим, то есть вам, чтобы те достижения, к которым вы сегодня пришли, вы не останавливались, продолжали занятия спортом, и чтобы в следующем году мы также встретились в более большем составе. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта почетной грамотой главы района были награждены тренер-преподаватель Дюш-центр Лариса Новикова, тренер-преподаватель по лыжным гонкам Николай Мелихов из Бужанинова, тренеры Краснозаводского хоккейного клуба «Старт» Олег Курапов и Николай Замятин и директор Центра развития физической культуры и спорта «Олимпионик» Олег Полозов. Девичья команда «Центр Экостром» успешно выступила в чемпионате Московской области по мини-футболу среди женских команд, завоевав бронзовую медаль. Команда провела 14 матчей, забив 97 мячей в ворота соперниц. Грамотами районной администрации были награждены тренеры детско-юношеских спортивных школ и хоккейных клубов. Лучшие лыжники сезона также были отмечены грамотами и медалями. Среди них Екатерина Руднева, ставшая 11-й на первенстве России, Таисия Пиктеева и Вера Клаванич, занявшие 5-е и 8-е места на областных соревнованиях. По начальной подготовке лучшей стала Екатерина Лапшина. Среди юношей были отмечены Илья Виноградов из клуба Александра Легкова, Владимир Дмитриев из Дюш-центр, Дмитрий Денисенков из Бужанинова и Ильнур Хамзин из Богородского. Также были награждены призеры и победители соревнований на Кубок Сергиево-Посадского района. В первенстве Сергиево-Посадского района по хоккею в минувшем сезоне было разыграно 15 комплектов медалей. Лучшими командами в разных возрастных группах стали Дюш-центр, Старт, Метеор, Орбита, Химик. По итогам чемпионата Сергиево-Посадского района среди мужских команд третье место заняла команда «Энергия» из Ходькова, на втором месте Сергиево-Посадский «Луч», первым стал Краснозаводский «Старт». Лучшим судьей хоккейного сезона 2015-2016 признан Александр Троицкий. Наталья Артемова, Татьяна Трушкина, Валерий Плугатаров. День города.